Привет, это Свят. В этом видео я покажу, как снять аккумуляторную батарею с мотоцикла Yamaha TDM850-2 1999 года выпуска. Последовательность действий по снятию аккумулятора описана в мануале к мотоциклу. Ссылку на мануал вы найдете в описании. Порядок проведения работ следующий. Снимаем сиденье. Затем снимаем держатель тормозного шланга. После этого откручиваем главный тормозной цилиндр. Дальше снимаем датчик стоп-сигнала. Далее отсоединяем минусовую и плюсовую клеммы аккумулятора. В завершении вытаскиваем клеммы вниз и извлекаем аккумулятор в защитном кейсе на правую сторону мотоцикла. Давайте приступим к снятию аккумулятора. Головкой на 10 откручиваем два болта крепления держателя тормозного шланга, а затем сдвигаем его влево. Шестигранником на 5 отворачиваем два болта крепления главного тормозного цилиндра. А шестигранником на 4 откручиваем датчик стоп-сигнала. Далее ключом на 12 откручиваем нижнюю гайку штока тормозного цилиндра. Затем выкручиваем сам шток против часовой стрелки. После того, как тормозной цилиндр уже ничего не фиксирует, отводим его назад, насколько это возможно. У вас появится место для извлечения бокса с аккумулятором. Затем перемещаемся к клеммам аккумулятора, что расположены под сиденьем. В первую очередь нам нужно открутить винт минусового контакта, чтобы избежать короткого замыкания плюсового контакта на корпус мотоцикла. После этого откручиваем винт плюсового контакта и изолируем эту клемму, чтобы также избежать короткого замыкания в тот момент, когда будем вытаскивать провода снизу. Теперь можно перейти к самому боксу с аккумулятором. Он крепится на два винта сверху. Шестигранником на 5 откручиваем винты крепления бокса с правой, а затем с левой стороны. Не потеряйте шайбы, когда будете извлекать винты. После того, как бокс с аккумулятором был откручен, протягиваем его клеммы из-под сиденья вниз. Далее обходим мотоцикл с левой стороны и двумя руками разворачиваем бокс с аккумулятором вправо и выталкиваем его из посадочного места. Следите за тем, чтобы корпус бокса не повредил проводку датчика заднего стоп-сигнала в этот момент. Теперь, наконец, можно извлечь бокс с аккумулятором. Вытаскиваем его справа налево между креплением подножки пассажира и задним крылом. Чтобы получить доступ к самому аккумулятору, откручиваем два винта крышки аккумуляторного бокса и открываем ее. После этого откручиваем винты на клеммах аккумулятора, чтобы отсоединить провода. Вытаскиваем провода через ушко в боксе, и теперь мы можем достать сам аккумулятор. Если у вас на мотоцикле стоит незаводская выхлопная система или установлено какое-либо дополнительное оборудование в зоне расположения бокса аккумулятора, возможно, возникнет необходимость демонтажа еще каких-либо элементов. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно поможет вам при снятии аккумуляторной батареи с вашего мотоцикла. Буду благодарен, если вы поставите лайк под видео, подпишитесь на мой канал, а также напишите комментарий. Всем пока!